Добрый день! Я рад приветствовать сегодня всех учащихся. Сегодня мы разучим комплекс упражнений, посвященный утренней гимнастике. Каждое упражнение мы будем выполнять в спокойном, медленном темпе. Упражнение будет начинаться с постепенного подтягивания. Мы медленно поднимаем руки вверх, делаем глубокий вдох и также медленно возвращаем в исходное положение. Делаем выдох. Исходное положение. Ноги на ширине плеч. Руки опущены вдоль туловища. Приготовились. Первое упражнение. Раз. Глубокий вдох. Два. Медленно опускаем руки. Три. Четыре. Снова глубокий вдох. Раз. Два, три, четыре, и раз, два, три, закончили упражнение. Второе упражнение, исходное положение. Ноги оставляем также на ширине плеч, правую руку поднимаем вверх. Упражнение называется «Рывки руками». Приготовились. Упражнение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили упражнение. Следующее упражнение. Рывки руками. Горизонтальные. Исходное положение. Руки перед грудью. Упражнение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили упражнение. Следующее упражнение. Исходное положение. Руки к плечам. Круговые вращения. Четыре счета. На четыре счета вперед. Четыре счета назад. Упражнение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили упражнение. Следующее упражнение. Исходное положение. Руки на поясе. Ноги на ширине плеч. Наклоны в левую и в правую сторону. Упражнение в левую сторону делать. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили упражнение. Следующее упражнение. Исходное положение. Широкая стойка ног. Наклоны вперед. К левой, к середине, к правой ноге. На четвертый счет выпрямляемся в исходное положение. Упражнение к левой ноге делать. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили упражнение. Ноги можно соединить вместе. Следующее упражнение. Исходное положение. Руки на поясе. Круговые вращения туловищем. В левую и в правую сторону. Упражнение в левую сторону. Раз, два, три, четыре. В правую. Раз, два, три, четыре. В левую. Раз, два, три, четыре. И в правую. Раз, два, три. Закончили. Хорошо. Следующее упражнение. Упражнение на гибкость. Ноги ставим вместе. И делаем на три счета наклоны вперед. Главное условие. Ноги должны оставаться прямыми. В коленях не сгибаем. Кончиками пальцев дотрагиваемся до пола. Упражнение. Раз, два, три. Четыре. Возвратились в исходное положение. Снова. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили упражнение. Следующее упражнение. Руки кладем на колени. Разминаем коленные суставы и связки. Круговые вращения в левую, в правую сторону. Упражнение в левую сторону. Раз, два, три, четыре. Раз,
два, три, четыре. Снова влево. Раз, два, три, четыре. И заканчиваем в правую. Раз, три. Закончили упражнение. Хорошо. Следующее упражнение для разминки кистей рук и голеностопа ноги. Руки соединяем в замок, исходное положение. Ноги на ширине плеч. Круговые вращения. Делать начинай. Раз, два, три, четыре. Меняем ногу. Раз, два, три, четыре. Снова левую. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили упражнение. Следующее упражнение для мышц ног. Выпады вперед на левую и правую ногу. Исходное положение. Левая нога впереди, правая сзади. Все упражнения выполняем с поворотом на 180 градусов. Упражнение начинай. Раз, два, три, четыре поворота. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили упражнение. Следующее упражнение. Широкую стойку ног принять. Прогнулись вперед. Упражнение мельница. Упражнение начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили упражнение. Хорошо. Следующее упражнение на восстановление дыхания. Делаем глубокий вдох ртом и длинный выдох носом. Посмотрели все внимательно. Раз, выдох, два, три, четыре. Снова ртом. Два, три, длинный выдох, четыре. Носом вдох. Выдох ртом, два, вдох, выдох длинный ртом, два, три, четыре. Таким образом мы восстановили сейчас дыхание. Итак, наше упражнение подходит к концу. Я всем говорю большое спасибо, кто был с нами. Всем хочу пожелать здоровья и успешной учебы. До скорой встречи!